Və Rusiyanı xilas edəcək bir cədən amil var mənim aləmimdə. Əsas amil. Əsas xalqdır. Xalq bu prosesə dəstək verməlidir. 100 minlərin marşı keçirilib Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyini həyata keçirməlidir. O digər variantlar isə, bax təsəvvür eləyin, əgər hərbi çevriliş xarakteriz ondan bir məsələ gəlsə, mütləq və mütləq Stalin rejimindən daha amansız bir rejim qurulacaq və öz xalqına qarşı daha böyük bəlalar yaranacaq. Ona görə Rusiya... Çox özür istəyirəm. O qədər gözəl bir məqama toxundunuz ki, xalqın rolu ilə bağlı. Bu məqamda bir material var. İcazə verin, onu təqdim edeyim, sonra davam edirsiniz. Söz yaddan çatmayın, lütfən. Россиянцы, которые жалуются на санкции, на примере вашего же законодательства, я объясняю вам, почему это абсолютно справедливо. Значит, смотри, ты такой приходишь, жалуешься, что ой, Spotify отключили, бабки с музыки не капают, с Upwork'а не капают, там IT-компанию закрыли, туда-сюда, причем же тут мы, простые люди, там трали-вали. Значит, открываешь, которая называется Конституция Российской Федерации. Там есть статья 3, пункт 1, в котором написано, что источником власти главной в вашей Российской Федерации, в государстве, так называемом, на самом деле это банформирование, является кто? Народ. А народ это кто? Это ты, народ. Привет. Второй пункт. Власть исполняет волю народа. Соответственно, объясняю для блаженных, когда Путин принимает какие-то решения, совершает военные преступления, уничтожает мирное население соседнего суверенного государства, отправляет своих бомжей воровать кур у нас, танки свои сюда присылает и так далее. За это все несешь ответственность ты. И ты за это платишь сегодня, ты за это несешь моральную ответственность, и ты за это будешь платить потом репарации. И это будет согласно законам твоей же собственной всатой Российской Федерации. Потому что у тебя есть паспорт, с которым ты, правда, никуда уже выехать не можешь, но тем не менее. И вот эти блогеры, которые рассказывают, а при чем здесь обычные люди, Давидыч там выходит, Павидлыч этот, ой, вот мое мнение там, что нельзя там на обычных людей, а мое мнение, что ты должен, Павидлыч, взять и сам себе вылезать очко в прямом эфире для своей аудитории, потому что это единственный контент, который ты можешь сегодня себе позволить. Поэтому, слава Украине! Görün, nə qədər gözəl, açıq, aydın dildə izah elədi ki, əzəm vətənlər, yəqin ki, hamı başa düşdü. Deyir, sanksiyalar tətbiq edəndə hamı deyir ki, burada sıravi insanların nə günahı var, xalq əziyyət çəkir. O da izah elədi ki, gördünüz, konstitusiya var, açıq oxuyursan, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalqdır hakimiyyətin mənbəyi. Hakimiyyəti sənin adından danışır. Sənin adında müharibə edir Ukraynada. Deyirdiniz, zəhmət çək, sübut elə ki, sən bunu istəmirsən. Sən bu müharibəni istəmirsən. Sən sustuğuna görə tədbiq olunan bu sanksiyada əlbəttə səni vuracaqdır. Çünki sənsən o hakimiyyətin mənbəyi. Putinə, İlham Əliyevə hər hansı addım atmağı sən səlahiyyət verir, o da atır. Çox gözəl yerində olan bir materialdır, Qələndər bəy.